Привет, друзья! ИТ – штука сложная. Я буду рассказывать об этом как можно проще, расставлю все точки. Сегодня речь пойдет о том, сколько памяти нужно смартфону или ноутбуку. Сколько памяти нужно девайсу? Раньше считалось, чем больше, тем лучше. Но пришли времена облачных серверов. Это большие, невидимые компьютеры, на которых лежит все, что вам нужно. Ваши фото, видео, музыка, все что угодно. И выдается это вам по первому требованию. Самые известные облачные хранилища — Dropbox, OneDrive, iCloud, Яндекс.Диск. И есть даже наше эстонское облако — OnlineEE. Наберите этот адрес в строке своего браузера и сразу попадете туда, куда нужно. Это удобно, это безопасно, вам не страшна потеря вашего ноутбука или телефона. Ваши файлы спокойно лежат себе на облаке, я бы даже сказал, отдыхают и ждут, когда вы их заберете. А что еще помогает нашим смартфонам и ноутбукам с памятью? Это выносные жесткие диски. Они стали супер вместительными. Кстати, иногда на них нужно делать резервное копирование данных вашего компьютера. Вы ведь так делаете, правда? Держите в своем компьютере или телефоне только самое необходимое. Регулярно делайте резервные копии и храните все на облачных серверах. Удачи вам!